Подробности в деле о перестрелке самих силовиков. Подозреваемым по делу от трагедии в Княжичах избрали меру пресечения. Сегодня Печерский райсуд постановил, что экс-заместитель главы отдела уголовной полиции Роман Мариновский 2 месяца проведет под домашним арестом. Вчера также под домашний арест отправили старшего инспектора Корда Андрея Куряту, а в понедельник экс-начальника столичного УГРО Леонида Куряту. По словам стороны обвинения, именно Курята отдал приказ подчиненным стрелять на поражение. Напомню, трагедия произошла 4 декабря. Тогда в перестрелке между полицейскими подразделениями погибли 5 правоохранителей. Прокуроры настаивали на содержании под стражей, поэтому с решением судьи не согласны. Вказанным особам обрали всем 3 запобежные заходы в выгляде домашнего арешта. На сьогоднішній момент ухвала, яка була винесена відносно першого підозрюваного Куряти, вже оскаржена. Апеляція подана до апеляційного суду. Ці наступні рішення також будуть оскаржені, передбачений законом строк. Буде апеляційний суд давати оцінку цьому судовому рішенні.